Я Владимир Соловьев, это «Актуальный разговор». Я приезжаю, Останкинский мясокомбинат в Москве. Откуда сырье? С Аргентины. Ну что, с ума сошли? Андрей Михайлович, не кажется ли вам, что в ситуации вокруг поселка Речник юридические нормы никак не стыкуются с нормами морали? Кого мы культивируем? Так что, это снова? Это снова Шариковы? Так они с радостью пойдут. У нас же, понимаете, сегодня только кинь, пошли бить этих. Вот занесли руку, чтобы шлепнуть ребенка, остановитесь на секунду и представьте, что на месте этого ребенка стоит взрослый человек. Ну просто взрослый человек. Знакомый, незнакомый, неважно. И вот вы дальше шлепаете этого взрослого человека по пятой точке. Что он вам ответит на это? Смотрите программу «Актуальный разговор».